Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про сучасний стан ракетно-космічної техніки. У нас в гостях доктор технічних наук Юрій Мітіков. Юрій Мітіков, доктор технічних наук, працює на фізико-технічному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара, завідувач кафедри двигунобудування, заслужений винахідник конструкторського бюро «Південне», входить до Національної спілки журналістів України, популяризатор науки, одружений, виховав сина, хобі, гірські лижі, парапланеризм. Юрій Олексійович, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми зустрічаємося з вами в переддень Дня міста, святкування Дня міста. І досить часто, доволі часто, коли ми говоримо про Дніпро, багато хто говорить про те, що він є ракетно-космічною столицею України. У всякому випадку був свого часу. От станом на сьогодні, я так переходжу до теми нашої розмови безпосередньо, як ви вважаєте розвиток ракетно-космічної техніки в Україні, в Дніпрі, зокрема, на якому рівні і чи є Дніпро зараз, чи можна його називати космічною столицею України? Безусловно, можна. Безусловно, можна. І є определенні традиції, історичний заділ. Ну і сьогоднішній день теж говорить об этом. От 4 дні назад американо-українське предприятие Firefly, там, или как-то там разновидности, там ее при участии наших специалистов, воспитанников кафедры двигунобудования, ну, запустили ракету. Не все там пошло гладко, да, ноосфера, да, под патронажем ноосферы. Не все прошло гладко, но первый пуск, вспомнить первые пуски «Зенита», колоссальный опыт у КБ «Южная», у «Южмаша» колоссальный опыт, да? Тем не менее, два первых пуска, вторые ступени взрывались. Угу. Бывает. Космос настолько сложное дело, и настолько факторы космического полета, они на Земле не все могут быть отработаны. Но тем более частная компания, у него может того объема испытательных стендов и того другого еще ничего нет. Ну, научится. То есть главное, что ракета ушла со старта, все нормально, сейчас получено. Хорошая телеметрическая информация, разберутся. Юрій Олексійовичу, ви сказали стосовно космічної столиці, тим не менше, от про той запуск, про який ви сказали, досить багато писали, досить багато говорили, в тому числі ми писали наш сайт, але це все-таки окрема така річ. Загальний стан розвитку ракетно-космічної техніки в Україні, от як ви його оцінюєте? А что значит загальный? То есть в конечном итоге через год, два, три, я не знаю, но космос будет, как и в цивилизованном мире, в частных руках. Будет какая-то головная организация, Национальное космическое агентство, а остальное объявляют тендеры. Кто выиграет, тот и будет, так же, как вот и в Соединенных Штатах, и в Европе, и все остальное. Поэтому стан он определяется такими предприятиями, как «Ноосфера», как «Скайрора», как там еще другие. Я знаю 5 организаций с иностранными инвестициями, которые тут успешно работают. И по электрореактивным. Да, в Днепре. Мы же говорим о Днепре, как столица. Конечно, в Днепре, потому что тут кладезь, тут головная организация, которая держит всю кооперацию ракетную. И приборы, и систему управления, и телеметрию, все-все-все-все. Мозг тут. Даже, я говорю, вот на сайте зайти к супостату, в Российскую Федерацию, Министерство обороны, там написано КБ «Южная», головная ракетно-космическая организация Советского Союза. Угу. Головная, потому что ну, столько, сколько сделано тут, никакая другая организация не сделала. Не сделала. Юрій Олексійович, я в кінці ефіру так планував з вами поговорити про державний космос, про приватний космос, але якщо ми вже торкнулися цієї теми, давайте не відступати. От виходячи з ваших слів, ви бачите все-таки перспективу саме не за державним космосом, як це було в тому числі у Сполучених Штатах досить довгі роки, десятиліття, а за приватним, я так розумію. Чому так? Приватный космос, во-первых, он наиболее гибкий. Во-вторых, это, собственно говоря, ну, мы живем же в демократических условиях. Почему одна форма собственности должна иметь какие-то ну, существенные преимущества перед другой? Ну, вот почему. Во-вторых,
практика показывает, что именно в наших условиях, может, лет там через 100, государственный сектор будет какой-то эффективный. На сегодняшний день он куда ни кинься, кругом показывает неэффективность, кругом какие-то негаразды, кругом... Это вы за Украину? За Украину, нет, за Украину. Поэтому у нас и на сегодняшний день процент государственных предприятий несоизмеримо больше, чем в цивилизованных странах. Там, ну, какие-то там есть, там какие-то смешные вещи. Нельзя отдавать приватизацию Южмашей Кабы Южной. Ну, чему американцы могут, а у нас нет? Вот почему? Ну, что значит нельзя? Нельзя землю продавать. То есть таких фокусов у нас тут много всяких. Можно и нужно это сделать. И тогда у руководства будут руки развязаны с частными предприятиями, зарубежный капитал лучше работает. Что такое государственное предприятие? С кого спросить? Ты его не обанкротишь, не, ну, как бы так и ничего и не понятно, кто это государственное предприятие, кто за ним стоит, кто диктует ему эту там, политику, вольно или невольно в своих решениях. А частное предприятие – это уже другое дело. Тим не менше, от ракетно-космічна галузь, да, вона тісно досить пов'язана, у всякому випадку так було і в Радянському Союзі, і свого часу так було і в Сполучених Штатах, досить тісно пов'язана з ВПК, з військово-промисловим комплексом. Да. От ви говорите про приватний космос, російською мовою частний космос. Да. От у такому випадку, чи не вийде це все, скажімо так, озброєння з-під контролю, все-таки якось регулюватися це має з боку держави? Держави. Хоча і приватний, скажімо, це бізнес, приватний сектор, але тим не менше, якось держава має втручатися у ці розробки, хоча б контролювати на якомусь етапі, якісь звіти мають бути, от як це? Ну, я тут не сильно спеціаліст, я просто можу сказати, що зараз і безпілотники роблять частні компанії, воєнні поставляють по заказу Міністерства оборони, і міномети, ну, вірніше, часті мінометів роблять, і інші вооружені роблять, частні підприємства. Це несложно, підганяють туди воєнну прийомку, та організують якийсь режим секретності по цим там параметрам. Це несложно, це все відроблено в світі. Безусловно, качество, найголовніше качество, повинно перевірятися на кожному етапі, щоб поставляти то, чого треба армії. Ми почали з вами говорити про Дніпро як космічну столицю. Так було свого часу. Ви вважаєте, що зараз так само є. Ви навели конкретні приклади. Я хочу трохи поговорити за історію. Як все починалося? Власне, це питання. Як все починалося? Починалося як? В одном месте, ну, с точки зрения, там, не знаю, военной промышленности или еще там какой-то, в одном месте все сосредотачивать в Москве, в Подмосковье, ну, это смерти подобно при наличии атомного оружия у других стран. Ну, поэтому был выбран Днепр. Тут... А, до речи, вот вы не цікавились питанням, чому саме Днепро, тоді Дніпропетровськ был выбран? Ну, Днепро, потому что Харьков был такой, как бы, уже военный центр с точки зрения атомной промышленности. Отсюда же вышли там Ландау, это был физико-технический институт, его, правда, разорили, но он был крупнейший в Советском Союзе. Вот. Ну, а тут Днепре тоже это был научный центр. Это был научно-технический центр, тут металлургические комбинаты, Днепроспецсталь, которые могли там соответствующие стали делать. Ну, такое место удобно выбранное. И город сделали закрытым, то есть сюда не пускали иностранцев. Все это было, в общем-то, под контролем КГБ. Ну, все. Ну, це все-таки трохи пізніше було. А історія, так, історія як? Власне, чого починалося? Діло починалося з Южного машиностроїтного заводу. Ну, который впоследствии стал называться Южный машиностроительный завод. Сначала это был там автомобильный завод, делали амфибии для военных, потом грузовики недолгое время. Ну, а потом вот перепрофилировали, когда как бы уже тоже хорошо была какая-то легенда, автозавод. Южмаш долго называли автозавод, так, ну, это обыватель за глаза. Вот. И тут начали выпускать серийные ракеты R1, это аналог ФАУ-2, но сделан с отечественных материалов и по отечественной документации. И начали, пытались делать ракету R2, это уже немножко дальность побольше, так ракета побольше. Вот. Ну, и то же самое. Все-таки стосується ВПК, да? Тобто ВПК. Це озброєння. А вся космическая техника – это все озброєння, это все оттуда выросло и продолжает служить в основном военному космосу. Если что-то ценное, дорогое запускают, это военные спутники. И Соединенные Штаты, и другие там, говорят, там спутники ДЗЗ, ну,
Що значить ДЗЗ? Тобто вони що-то контролюють? Юрій Олексійович, я минулого ефіру вас просив і цього разу також попрошу. Да, от, коли ми говоримо абревіатури, все-таки якось трохи пояснювати. Дистанційне зондування Я можу землі. Не розуміти, глядачі також да, можуть да, не розуміти. Спутник дистанційного зондування Землі. Є спутники, які там, ну, говорять, що там рыбные там косяки смотрят в море, ну, как бы оно так, на мой взгляд, наивно. Смотрят подводные лодки, чтобы там какие-то там враги не добрались. Но это мы отклонились. То есть был Южный машиностроительный завод, и при нем был отдел главного конструктора или конструкторское бюро при заводе, которое, ну, следило за документацией, какие-то там мелкие отклонения, у них была лицензия от головного института НИИ-88 в Москве. Вот. И, ну, короче, настал период, что и завод встал на ноги, и это конструкторское бюро. И... По роках, чтобы мы в хронологии не заплутались, это 1950-е роки. 50-е роки, да. КБ «Южная» была организована в 54-м году. В 54-м году, кстати, КБ «Королева» самостоятельно встала в 56-м, ну, почти на полтора, на 2.5 года позже. Так, это что, в Москве? Это в Москве, да, в Подлипках, там, значит, сейчас как-то «Королев» там называется. Вот. Уникальное, как бы, комплектование было КБ «Южное». Это нигде такого в мире нету. «Янгель» и «Будник», ну, наверное, даже, может, «Будник» скорее, привезли сюда 40 опытных конструкторов. Ну, ракетной техники-то всего было без году неделя. Это авиационные конструкторы, ну, в принципе, которые знают свое дело, грамотные. Это радянских, это немецких. Не-не-не, тут радянские. Немецкие работали у Королева. Угу. Там... По разным оценкам, разное количество, там несколько тысяч. Вот, вот эти 40 человек, а дальше люди, которые закончили с отличием соответствующие факультеты. Вот в 1948 году ракетной специальности стали готовить в ХАИ. С 1951 года у нас в университете авиационный институт. Да. Самые первые начали готовить ракетчиков в Казани, в Казанский авиационный институт, потому что там в шарашке сидел Королев, Янгель, там, ну и другие деятели. Практику проходили, вот наш главный конструктор двигателей Иванов Иван Иванович там, и другие товарищи. Поэтому они как бы были там, ну, читали лекции, там как-то их под конвоем водили. Я, честно говоря, подробностей не знаю, но так сейчас может как-то так. Молодежь этого не понимает. Да, до речі, от, якщо ми вже почали говорити так про освіту, да, от, паралельно з КБ «Південне» та з «Південмашем» було засновано «Фістех», я так розумію. Ну, як це було? З «Южмашем» в 51-му году був основан «Фістех», і от в этом году, сейчас, как бы, фактически, ми відмічаємо 70-летие «Фістеха», который подготовил блестящую плеяду инженеров. Руководителя. Мы, ну, так как-то сложилось, что больше знаем руководителей. Хотя физтех – это инженерный факультет, не, как это там сказать, не менеджмент, там, не руководители, а инженеров. И, к сожалению, инженеров-то мы и не знаем. Вот за каждым таким сумасшедшим решением, там, минометный старт, там, химический наддув топливных баков, там, генераторный наддув. Ну, можно привести много решений. Стоит же какой-то конкретный инженер. Угу. Инженер, старший инженер, начальник группы, наверное. Ну, вряд ли выше. Вряд ли выше. Мы не знаем. Ну, в Радянському Союзі, в принципі, зрозуміло, чому їх імена не були відомі, да? А от зараз ви вважаєте, що настав час все-таки їх назвати? Ну, настав час, да, уже я не знаю, хто їх назове. Я не знаю, кто их назовет. Вот единственное, что сейчас интересное, у нас в городе сейчас есть такой, называется, как он называется, парк машины времени. Или как так, он? Машина да, Е. Да. И там, ну, это музей. Да, музей, да, правильно, музей. И там сейчас решили энтузиасты, в том числе и ракетной техники ветераны, сделали стилизованную ракету, такие медальончики с людьми, вот как раз то, о чем мы говорили, которые внесли реальный, вот реальный какой-то заметный вклад в ракетную технику. Их там 50 или 55, по-моему, считали. Ну, то есть, вот это первая попытка. Ну, до речі, директор цього музею Михайло Прудніков стосовно цієї ракети, він досить багато інформації дає в соціальних мережах, про це публікують, в тому числі наші міські ЗМІ. На мій взгляд, це, да, перша така попытка іменно вот отметить вот этих вот людей. Мені повезло, тому що я з такими людьми непосредственно работал, я просто восхищался их образованием, талантом. Собственно, то, чем нашего специалиста отличает американского. Американский специалист там подкован, там, методы приближенных вычислений, там, графика, 3D, там, какое-то там, что-то такое. А вот сообразительность, как у нас же жизнь заставляет человека соображать, крутиться. И люди находят такие решения, когда вот их и узнаешь, это решение,
понимаешь, ты рассказываешь, даже не можешь поверить, что вот так можно сделать. Настолько просто, элегантно, за две копейки, и просто решает огромные проблемы. Просто радуешься, что вот природа некоторых людей такими вот талантами наградила. Юрій Олексійович, якщо ми почали говорити про заснування КБ, про заснування ЮМЗ, про заснування Фестеху, все-таки це в першу чергу це пов'язано з конкретними людьми, і про людей ми почали говорити. Це пов'язано з якимись персоналіями. Знакові персоналії, от саме на початковому етапі. Хто ці люди? Які прізвища? Ну, в КБ Южне, безусловно, це Будник, Янгель, Ковтуненко, Герасюта. Что это за люди? Ну, это, во-первых, люди необыкновенной образованности. Янгель, главный конструктор был, Будник был его первый зам по проектированию. Герасюта, зам был по баллистике, участник войны, такой очень грамотный, строгий такой руководитель. Это можно еще, наверное, и многих других там привести, таких корифеев. Вот с собой они, вот я говорю, привезли, я просто восхищался их работой, этих людей. Они, такое ощущение, что они никогда не ходили на совещание. Когда не придешь, сидит начальник на месте. Посмотрел бумагу, прочитал, взял, подписал и отпустил. Не пустил тебя по кругу, там визировать, там 28 тысяч подписей собирать. Разобрался, посмотрел, подписал, все. Стол у него пустой, у него нет бумаг, он решает вопросы, потому что он специалист. А, ну, к сожалению, потом пошла плеяда других специалистов. Ну, я говорю, руководителей, не специалистов. Специалисты-то они и есть специалисты. Но вот я просто, что первые наборы, это были золотые медалисты. Тут сначала там забрали там немножко специалистов там из Воронежа, и из Казани, еще откуда-то. А тут их немножко доучили. Потом с Мехмата забрали, еще откуда-то. Ну, вернее, не Мехмат был, а по-другому назывался факультет. Доучили ракетной техники. Математичный факультет зараз. Ну, сейчас да, а тогда как-то он там... Ну, немножко, не суть важливо. Да. А читали в основном лекции вот именно специалисты завода Южмаша. Именно специалисты, вот практики, которые на собственной шкуре. Потому что учебников было обмаль, ну, откуда они, как бы отрасль только зарождается. Поэтому читали специалисты. И очень много было работ прямо на заводе, в КБ Южное, в лабораториях. Вот, как бы, я еще эту застал, нам лекции читали. Такие корифеи, как Пилипенко Виктор Васильевич, впоследствии директор Института технической механики. Ну, это просто. Там Махин Виталий Антонович, это, ну, просто можно вспоминать. Косько Игорь Константинович. Там, ну, на всю жизнь осталось в памяти, как умеют читать и как сложнейшие вопросы могут просто объяснить. И такая была плеяда. И в том числе, я говорю еще раз, вот, было много специалистов из КБ Южное и с Южмаша. Технологию читали, там рассказывали, показывали. И физтех первое время, конечно, шел семимильными шагами и поставляли эскадры на Южмаш, потому что дело развивалось очень сильно. Южмаш достаточно быстро вышел на режим 100 двухступенчатых ракет в год. Ну, приблизительно, я там, может, чуть-чуть это утрирую. И 60 тысяч тракторов выпускал. 60 тысяч. Которые улетали на ура, еще люди хотели там как-то с дарами моря приезжали, чтобы как-то там какой-то там, значит, трактор там вне очереди взять. То есть такой был на них спрос большой. И вот так работали. Были периоды, когда КБ Южная одновременно работала над 4 ракетными комплексами. Это крайне сложно. Но справлялись, делали. Просто сейчас, когда прошло время, понимаешь, этот милитаризм, вот что он нам дал. Нічого не дав. Ну, а що? Нічого? Тобто, з ваших слів виходить, що та робота, яка була зроблена, вона зроблена реально? Чи як? Ну, друг друга пугали. Там воєнно-промышленний комплекс в Америці правил бал. Тут теж, собственно говоря, воєнні правили бал. Тобто, ну, всі можете представити, якщо була доктрина після Даманського, Советский Союз принял доктрину, что наша страна должна была... Наша, я извиняюсь, не наша страна, Советский Союз, да, Советский Союз. Должен быть в состоянии воевать со всем миром. Не дружить со всем миром, а воевать. Начали строить дорогу БАМ. То есть вот эти люди, которые недалекие, вроде как вторая магистраль туда, в Сибирь, от чего-то спасет. Тут 3-4 удара ядерным оружием по мостам, по тоннелям, и нет этой дороги. Ну, это просто смешно. Огромные деньги вложили, она, по-моему, до сих пор до конца там не функционирует. Юрій Олексійович, вот вы також сказали на початку нашей розмови, що Дніпро, тоді Дніпропетровск, у зв'язку з функціонуванням і конструкторського бюро, і Південного машинобудівного заводу, був
закритим містом. От я так розумію, що Фізтех був також закритим до певної міри факультетом, тобто туди не кожен міг поступити, а на практиці, що означало з одного боку закрите місто, і як говорять зараз урбаністи, в тому числі, це якоюсь мірою сформувало психологію сучасних наших людей, сучасних дніпрян, і що на практиці означало закритий факультет? Ну, закрытый факультет. Во-первых, проверяли анкеты. Брали и преподавателей, и студентов, у которых родители имели чистые анкеты. То есть, которые... Ну, то есть, это уже какой-то определенный контингент. То есть, ну, не знаю, сейчас современники понимают это или не понимают, как в те времена голодоморов, там, репрессий, там, всякого такого, разгула НКВД. То есть это не так и много людей, у которых были чистые анкеты. В основном это сельские жители были. Угу. То есть со всеми положительными и не очень там сторонами. С других республик не особо брали. Ну, там с Прибалтики или еще там откуда. На первом-втором курсе учатся, когда на третьем-четвертом начинаются спецкурсы, смотришь, их и нету. Почему нету, я не знаю, учились они хорошо. Вот. Конечно, это формирует психологию. Формирует психологию. Так, я маю на увазі, це ми сказали про факультет, а от закрите місто, да? Я, наприклад, я в кінці 80-х народився, я не дуже так розумію, от на практиці, да, що значить закрите місто. Тобто воно як, стоять там, я не знаю, якісь тройки, які не пускають нікого в місто, чи як це було? Ну, іностранців предупреждали, що сюди їм їхати не можна. Где-то как-то, безусловно, проверялось, там, в автобусах, на станціях. Были какие-то люди, которые смотрели, кто покупает билеты, там как-то, ну, как-то это контролировалось, и контролировалось неплохо. Иностранные артисты тут не выступали, чтобы послушать там чего-нибудь такого. Мы ездили в Запорожье или в Харьков, к примеру. Ну, как бы и несложно, но, тем не менее, какие-то вот такие. Ну, и с точки зрения какого-то морального духа, тут, конечно, было. Совдепия отдавала вообще капитально всякая там борьба со стилягами, там, борьба с битлами. Я играл в ансамбле, мы как-то Битлов со словами сыграли. Так, ну, такие неприятности были. Ну, это я не думал. На факультете? На факультете, да. То есть уже тут кто-то сдал уже на следующий день там. Да. То есть дух такой был, и много же хотело выслужиться. Ну, так, может, человеческая природа устроена, что как бы принципы далеко не у всех были, и как-то так же воспитывали этих Павликов Морозовых. То есть, ну, так все это и шло. Историю же мы плохо знаем. Вот я сейчас был в Херсонской области, оказывается, там оно под Великим княжеством Литовским стоит, там башня еще, там Гедемин там какой-то там построил, археологи литовские взяли там анализ этого цемента, но идентичность установили 100%. Там. То есть не дикое поле, как меня в школе учили, а это были польские, литовские, украинские земли, там крымского хана, ну там с переменным успехом шла. Шло такое дело, да. Ну вот тут я говорю... А что сформировало это психологию от сучасных местян, с вашей точки зрения? Не, безусловно. То есть... У нас же, вы видите, допустим, город или у нас там в университете или вообще, допустим, не вакцинируются. То есть вот эти вот стереотипы, вот это вот, что кругом враг, все, что там сделано, это все не то, это там, то чипы хотят... Ну, по-різному. Зараз за офіційною статистикою майже третина міста вакциновано. Це загалом так трохи більше навіть, ніж по Україні. Ну, вот вы посмотрите, как в школах, какой процент. Две или три школы, где под 80%, ну, в районе 80% преподавательских... Так, Юрий Алексеевич, а давайте не про вакцинацию. Вы спрашиваете, что сформировало. То есть недоверие к Западу. Вот недоверие, там враги, они были, есть и будут всегда, и никого-то, вот старое поколение, ну, там, может, даже и моложе еще меня, ты их не перебьешь. Это враги, и все, что оттуда, все это вообще все не то. Вот что оно сформировало. Юрий Олексійович, от ви згадали, що існувало у Радянському Союзі кілька таких центрів потужних, де розробляли цю техніку. А чи конкурували вони між собою, чи навпаки, вони працювали якось разом? И, безусловно, была конкуренция. Мы, допустим, с организацией Челомея на конкурсах участвовали там
были разработки. Поэтому, естественно, ну, вроде бы как реально конкурировали, но в то же время, допустим, тот же Янгель показывал образцы, ну, гражданского отношения к делу. Допустим, у Челомея ракета там падала, а вот будущий академик Пилипенко, он как раз занимался продольной устойчивостью ракет, и те запросили, что нельзя ли его отпустить туда, в Подмосковье, чтобы он там это дело поправил. Ну, Янгель отпустил, потому что, ну, это же государственное дело. В одном государственном предприятии это государственное. Несмотря на то, что конкуренты. И эта ракета конкурент нашему направил. Тот посмотрел, разобрался, вылечил там эту ракету. Вылечил. То есть были такие ученые, инженеры, которые могли решить конкретную задачу. И он ее решил, да. Поэтому были конкуренты. Были как бы родственные предприятия, допустим, СНПО «Энергия». Мы делали «Зенит», а для них первую ступень поставляли на «Энергию». Это еще за «Энергию» находилось территориально? Это Подмосковье. Раньше называлось «Подлипки дачные» или «Калининград» для какой-то конспирации. Сейчас это «Королев». Это фактически, ну, уже, собственно говоря, Москва. А вот, до речи, на це все, на ці речі, на розробку, на будівництво безпосередньої техніки виділялись колосальні кошти на військово-промисловий комплекс. Да. Потім була перебудова, розпади Радянського Союзу, відповідно, фінансування скорочували у рази, я не знаю, десятки, там, можливо, сотні навіть разів. Як це все пережили ракетники, наче? Ну, пережили, конечно, тяжело, потому что, если, я говорю, работали над четырьмя ракетными комплексами, самое разнообразное, вот это «Энергия Буран», там мы разрабатывали первые ступени, их четыре первых ступени на этом блоке, «Зенит» совершенно как бы самостоятельная задача, твердотопливные комплексы, шахтные и железнодорожного базирования, там, ну, масса своих вопросов и совершенно специфических. А потом все это ушло куда-то. Организация была под 12 тысяч человек. То она там сократилась там до 3 там с чем-то. То есть сколько людей переломаны судьбы, карьеры, все остальное прочее. Але тем не менше, от незважаючи на це все, у держави тоді було складні часи, в принципі, зараз також нелегко, да? Чи бачите ви якусь перспективу для ракетно-космічної техніки, для КБ, для ЮМЗ, чи повертаючись, у нас буквально півтори хвилини лишається, повертаючись до початку нашої розмови, чи все-таки перспектива за такими компаніями, як «Ноосфера»? Ну, такого порядка, то есть частные компании, безусловно, это будет за ними. Они более поворотливые, более штатное расписание могут составлять, набирать специалистов. Если взял хорошего специалиста, ты можешь не согласовывать штатное расписание, какой чиновник, положить ему ту зарплату, которую он там достоин получать. Безусловно, будущее за этим. Поэтому не рассчитывать на какое-то держзамолвание, оно совершенно абсурдно. В государстве нет денег. Поэтому какие-то строить космодромы, какие-то лунные базы за свои деньги, ну, это так, как бы, что может руки там размять или там не знаю чего. А есть какие-то реальные задачи, которые можно делать, получать деньги. Сейчас, слава богу, идет немножко военный заказ, хорошие контракты. Просто из-за коронавируса их нельзя довести до конца там с Китаем, с другими странами. Ну, я все-таки верю. Но будем сподеваться на краще. Да. Мы готовим специалистов, кстати, в этом году физтех. Юрий Олексійович, давайте вже, на жаль, про физтех наступного разу. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором технічних наук Юрієм Мітіковим. На все добре. We'll be right back.